Приветствую, друзья, на канале WePlay. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки Planet Zoo. Друзья, всем приятного просмотра. Итак, друзья, как вы просили, мы сегодня заведем новое животное под названием Барандала. Я, честно говоря, никогда о нем не слышал. Я даже по комментариям, когда прочитал, я удивился, что это такое за баран. Ну, может, ты меня оскорбил, бля? И что-то вроде, не, оказался, это, оказывается, животное. Спасибо вам, друзья. Так что я уже заранее подготовился. Опять же, у меня тут, вот, я уже построил, чтобы не сэкономить время. Вот такой вот я тут замутил поляну для них. Довольно-таки большая, опять же, поставила вот мостик, да, чтобы люди ходили, вот смотрели, наблюдали, денежки кидали, ну и плюс еще здесь что-то находилось, да. Вот, я приобрел уже парочку, вернее, трех самок приобрел, вот и все, пытаюсь найти самца, но был один самец, но я его упустил. Не знаю, я хотел, не знаю, вот с этой темой в торговле он очень часто зависает. И я не успел, короче, вообще тоже я не успел захватить этого сраненького баранчика мужского пола. Итак, давайте тогда сразу же перенесем их сюда, так, где наши животные. Так, вот оно одно, переместить сюда. Тебя мы тоже переместим сюда. Не самого лучшего качества, конечно, но то, что было на данной стадии. Потому что я не хотел, я их купил за деньги. Я не хотел покупать их по в зелененькие штучки. Конечно, можно было бы приобрести, но они даже не продаются, видите, друзья, если не продаются. Если были бы, они все только за деньги продаются. Не знаю, почему, с чем это связано. Только за денежки, вот. Так, волк скоро родит. Сейчас нам завезут наших баранчиков, и тогда уже посмотрим, что им нужно и для чего вообще. Так, кстати, значит, делаем, идем сразу в зоопарк. Изучение появится уже, нет, не появилось еще, да, нет, они как только положат их в этот, как его, в вольер, тогда мы сможем начинать изучать уже их привычки, их повадки, чего они хотят и чего они любят. Вот так. Да, тут видите, как я поработал здесь чуть-чуть очень. Ну, не знаю, в общем, если вы, друзья, конечно, хотели бы видеть полностью, как это все делается, да, но это, опять же, будет очень длинное видео, да, друзья, вот это вот эти мостики, мухоленостики, всякое разное. Вот, тут я как-то, я вообще сначала хотел вообще только вот с дерева все сделать, но как-то тупанул, ну да ладно. Не суть важно. Так, ждем, где нашего вот несут первого баранчика. Ну и сразу запускаем зоопарк. Плохо, что днем пришел. Вот, видите, какой барандала выглядит, красавчик. Отлично, назад. Назад, барандала. И, ну. Вот так, изучаем. Итак, что им нужно? Чего они любят и чего им не... Ничего не любят. Так, камень, им нужен камень. А, нет, вообще камень, вообще без снег, камень, все это как-то. Они очень, не очень привлекательны. 2300 квадратных метров, да, друзья? Просто огромное количество. Ландшафт. Растить. Они вообще что-то любят, я не понимаю. Я тут, блин, растения не любят, наверное, да? Значит, что сделать, друзья? Все-таки я сделаю как обычно. Мне нужно сделать пруд. Я не могу без пруда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Интенсивность 50%. Так, он куда? Вот сюда. Ой, ёпты. Кажется, слишком много воды долил, да? Переместить. Ты что, ходить не умеешь, что ли, я не понимаю? Так, трава, песок. Окей, можно еще, значит, дорожка, ландшафт.
Положим мы песок, где песок? Мелкий песок. Неровная. Так, вот так вы видите, у них вообще никаких благополучий вообще нету. Им даже укрытия не надо, что? Серьезно? Да, друзья, им даже укрытия не надо. А, температура, да. А, у них довольно-таки низкая температура. Так, значит, делаем так, нам надо вольер. У них, кажется, 16 градусов. Так, смотрим, где Зоопедия. Сколько? До 16 градусов, кажется, да? Минус 12-16, да. Ну, блин. Вольер. Минус 16. Четырнадцать градусов будет хорошо здесь. Не хочу слишком много их ставить, потому что люди начнут мерзнуть здесь с нашими животными. Давайте 14 градусов поставим сюда. И тогда сюда. Ну и еще здесь надо, чтобы полностью перекрыть территорию. Четырнадцать градусов. Ну и как у вас там, друзья? Все нормально? Ой-ой-ой. Ну, смотрим. Как себя чувствуете? Ну да, видите, получилось, только осталось обогащение, и все, и у нас будет уже готово все. Другая дырка получилась. Я хочу вот сюда, я хочу, друзья, ему поставить все-таки. Если мне нужно укрытие, надо поставить какой-нибудь такой объектик, какой красивый. Я, кстати, первый раз встречаю, что есть не нужно ему укрытие никакое. Ну, вообще, из животных. Очень странно. А где они спят? Да ладно, тогда знаешь, что сделаем? Сделаем им что-то в связи с лазанием. Что-то такое вот. Или что это такое? Нет, туда нельзя, они, блин, нахуй сейчас спадут еще куда-нибудь. Ну это. Обезьянки, наверное, здесь лазят. Ой-ой-ой, не слишком большая. А это что? Можно вот такой, конечно, поставить. Ну, здесь им понравится. Так. Значит, надо еду им, короче, устроить. Так, еда, еда, пища и вода. Пища и вода. Это поднос для большой еды. У нас... как я сейчас знаю, которая, блин, большая? Корыто с водой. Почему тут корыто с водой? Мне надо корм... Мне нужны кормушки. Кальмарная панда. А как я узнаю, блин, нужен вообще что этим? Чё этому барану дали нужно? А вот, баран дал, а вот. Крыто. А где маленькая? Их маленькая. Так, окей, хорошо. Вода у них есть. Они будут пить из этого.
отсюда, из нашего болотка вот здесь. Я специально делал то, чтобы они там ходили, воду пили. Так, смотрим, что у нас здесь. Я надеюсь, что с растениями я могу. Тут у них нет таких... Так, биомы, тайга и тундра. Так, объекты, давайте. Не-не-не, природа, тайга и тундра. Это что? Нет, это пустыня, это что? Тайга. Тундра. Вот. Это я вот сюда хочу вот такие вещи поставить. Да это еще у нас были. Чисто только вот эти охладители, чтобы это. Так. Сюда. Больше нету. Окей. Так, а что у нас сюда? Не-не-не. Они очень такие, знаешь, скрупулённые, что-то им... Им все нравится. А если мы сделаем что-то им... Знаешь, что такое такое, чтобы они здесь тусовались. Ну, не должны напрыгнуть сюда. Если нет, так, не, начнем, что здесь вот такую сюда поставим. Сейчас они точно должны. Так, даже природа, смотрим. Что это такое? Ух ты. Я обожаю, когда, как говорится, наши, как говорится, эти животные любят все. Тут можно, блин, все такое, что ты хочешь натыркой, да? А им, кстати, водичка нравится? Мне так интересно. Ой-ой-ой-ой, не туда, не туда ты. Ну ладно, потом посмотрим. Что это такое? Это ель какая-то огромная. Трава. Камушки. Это что такое вообще? Такое что такое? Ива. Здесь там не начнут они возмущаться, то, что все перекрыто. Ух ты. Я говорю, а им нравится все. Есть какие-то камыши, что на воду. Ух ты, блядь, что это такое? Кусок льда. Кстати, я хочу попробовать. Нет, это не такие. Есть еще такие, знаешь, которые нас... Накладывается на... Нет, это не то. Вот. Ага, все-таки мне это не нравится. Хотел на... Это тоже не нравится. Нет, это мне нравится. А было прикольно. А это... Мне тоже не нравится. Ах ты жопа. Это что такое? А это походу что это получается? У нас плющ это какая-то не та среда. Так, ладно. Брусника. Нечего воду поставить, друзья, блин. Воу-воу-воу-воу-воу, нет, не красненько, не нравится мне это.
Тоже не нравится. Да что ж такое? Вы какие-то привередливые. А что ты за дерево там поставил? А, я понял. Очень мало разнообразных вещей, что можем засунуть сюда, друзья, кстати говоря. Маленькие камушки дайте мне. Так что тут еще можно забубенить? Что такое? Что это такое? Папоротник. Новогодняя елка, что серьезно, куда я засуну тебе? Это что? Ну, допустим, давайте сейчас с этой стороны еще поставим такую. Вау, у нас, короче. Надо чуть-чуть поработать, надо. Окей. Вот здесь она чуть переработает, да? Чуть выходит из-за рамки. Ну блин. Переделали. Не знаю, ли они будут сейчас залазить сюда, ну пофиг, оставим. Посмотрим. Природа. Сюда папоротник хочу засунуть. Что такое? Так, где они вообще, кстати говоря? Сюда иди. Мне надо следить за тобой, что... Ах ты, а это что? Ах, ты вот что он говорит. Я говорю, что мне не нравится это дело, а он мне тут говорит, что нравится. Ах ты ж жопа. Где папоротник? У нас был папоротник где-то перед этим. Куда он делся? Что это? Колдония оленя? Не знаю, что это такое. Ну, поставим.
Ой, все, ну 16% уже считай перебор почти что. 1 метр. Это надо. Если смотрите, то что. Они там спят, да, если я не ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Так что это папоротник женский. Да, они, друзья, не спят даже, блин, им не нужно даже укрытие. Видите, укрытие, они без укрытия спят. Ну ладно. Как скажете. Как ты еще... Ага. Просто не скрещивание. Какого хера? Я ж там так их уже меняю, блин, постоянно. Чтоб там не было родственного скрещения. Так, а у тебя здесь что? Что-то очень долго, блин, кстати, изучается наши эти друзья, пацанчики. Так, хорошо, значит, что нам еще, друзья, сделать? Надо поставить нам громкоговоритель, громкоговоритель. Объекты. Где у нас тут? Вот это. Окей, да, допустим. Так, еще один надо поставить тогда. Так, объекты. Сюда. Не, он будет перекрывать нам эту тему. Так, тихо. Тихо. Ты куда делся? Иди сюда. Передвинуть. Допустим. Так, с учителем чуть-чуть. Нет. Не надо нам этого. Окей, ладно, сейчас вырубим здесь все дела. Так, подруем это. Здесь мы что у нас там, вырубка леса, изменение климата, выделение сельхозяйства, ресурсы. Окей. Там денежка стоит вообще? Да, там денежка стоит. Так, что у нас здесь? У нас хватает электричества до этого конца. Умирание полосе пчел, хорошо. Барандала есть, отлично. Дальше. Так, кинуть что, денежку закинули уже? Нихера не кидаете, вообще офигели. Барандала. Что у нас еще здесь есть? И мне браконьерство и торговля экзотическими животными. Окей. Они жиды, короче. Смотри, друзья, не кидают нихера. Вообще морды. Может, мне надо поставить просто... Объекты. Может, это скажем поставить? Надо вот так. Ладно, поставим вот так. А здесь что-нибудь кидает? Мне кажется, это лишнее здесь. Ой, это мусорник. Нихера. Так, а здесь давайте барандала. Ну, тут 400, нормально. Тут что-то забросили, по крайней мере. А здесь? 110. Нормально. Бросают. Очень мало, как-то людей скажу. Очень мало людей ходит наверх. Не знаю почему. Но очень мало. Так, ладно, смотрим, что у нас происходит с торговлей. Может быть, что-нибудь можем приобрести. Так, это опять надо продать. Торговля. Может.
1200 попросить за этого. Так, 1200, я говорил, а не 100. 1200. Торговля. Торговля, торговля, это ж мне надо самому купить. Давайте мне самца, блин, морды. Даже хоть за баллы, эко-баллы. Нету, блин, видите, друзья, нету самцов. Так, о, мы изучили что-то. Исследование ветеранской игры. Кто? Ну, смотрим, что мы тут предоставляет нам баранчикам, что изучили. Так, какую-то игрушку изучили. Вот это, кстати, очень интересно, блин, что они любят. Барандала. Вот это можем поставить ему. Хорошо, допустим. Дальше что у нас? Вам нравится вот это? Бенгальский борода? Нет, вам не нравится это. Хорошо. Ну, значит, это будет все по-любому. Нам будет нравиться маркер травы. Он валяется около этого. Как его? Около охладителя. Никакой. Спит. Да, няшный такой. Окей. 50... Очень, я скажу, очень нетребовательный животный. Очень нетребовательный. Это, конечно, радует. Вам мячики нравятся какие-то, друзья? Белохвостный, белый, африканский этот. А вот это? Бонбо, нет. Рыжий ламур, лямур, барандала. Мячик для хватания. Положим парочку. Окей, а этот большой не нравится, блин, такой? Она слишком маленький, да, говорите? Это что такое? Грязевая ванная, но явно это мне нравится такое дело. Такое дело не понравится. Барандала. Тогда и это, по идее, должно им понравиться. Она слишком большая, потому не нравится. Кормушка, что это? Кормушка с фиксацией. А, это для хищных. Хищных, да. Это у нас для больших животных. Это что? Большая панда, гризли, шарик, волки. А это что у нас? Бородавочник, кита... Ага, термит, бонбоа. Основная игра, трубка, зуб. Бассейн. Волк, ну это грызть, 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 грызть. Но это, ой, это не то. Не то, ну ждем, пока у нас появится что-нибудь еще. Большая панда. Японский макака. Рыжий вари. Рыжий вари, что такое за рыжий вари? А подожди, еще сюда не могут залезть, что ли, не понимаю. Ну по идее же должны залезть. Только давайте проверим, экспериментируем. Эксперимент, друзья. Но. Ну, по идее, он должен слазить сам. Что с Валером? Температура. Жарко? Ты чё? Подожди сейчас, секунду. Ты мне не кричи на меня здесь. А-а-а, жопа.
Ну, блин, то есть писец. Тут главное везде надо, чтобы холодным было. Ну ладно, поставим еще сюда парочку. Природа. Сейчас поставим обратно то, что у нас было здесь, да? Окей. Все, что должно быть, все нормально у вас, да? Да. Все отлично. Ну и все, получилось у нас в идеальном состоянии. О, наконец-то они тут все начали приходить. Нормально, нормально, кидай денежки, кидает, это хорошо. Как видите, друзья, у нас бешеные бабосы уже. Довольно-таки неплохо мы развиваемся. Так, тут кто-то в гости нам пришел. Я даже не поздоровался. Но это я. Поздороваться, друган. Грейт Вулф лазит где-то здесь. Эксплуатационных животных. Повысите рейтинг для вида волков до 18. В данный момент 16%. Что? Волков? Ну как я тут могу повысить? Так уже туда не гуляют мне по этому всему. Отлично, так, ну, о, куда вы пошли, друзья? Пока лазить. Давай, разгоняй. Я не хочешь? Ах ты жопа. Ну ладно. Так, смотрим, что может быть еще у нас появилось новенького. Ну, навряд ли, думаю, что самец появится, блин. О-во-во-во! Быстренько, быстренько. Есть, есть, успели. Отлично. Отличненько. Так, значит, что может быть еще какую-то самочку можно. Ну да, так они являются довольно-таки непривередными животными, они продаются просто за денежки. Ну, 5000 буйволы, такие огромные деньги стоят. Я думаю, что больше нам ничего не надо будет пока что. Для этого сейчас только надо чисто изучать всего и. Так, у нас бы. Так, что у нас происходит здесь вообще? Так. Ну вот, друзья. Очередное животное по вашим просьбам мы построили. Ой, приобрели в наш зоопарк. Надо как-то заниматься экспозиционными животными, там, пауками, змеями. Но это, блин, довольно-таки такой кропотливый процесс строительства. Нет, конечно, можно какие-то готовые темплеты скачать и по ним строиться. Но я не знаю, как это будет вообще выглядеть. Вот. Не знаю, друзья. Если какие-то советики, друзья, есть или пожелания, как говорится, напишите в комментиках под этим видосиком. Вот. Я не знаю, потому что, ну, тут уже еще что сделать больше пока что нету. Сейчас изучение будет довольно-таки долго идти, а смысл затягивать видео в этом плане нету. Ну, вот так мы построили наш вольер. Я вижу вот так, потому что, ну, я с этим животным я не знаком. Не знаю вообще, что да как все он себя представляет. Вот. И, знаешь, что баран, ну, баран. Ну, ладно, он живет в холодных местах, но до 16 градусов. У нас тут 16, я сделал 14 градусов, чтобы наши люди не мерзли. Вот. Ну, не наши люди, а наши посетители, да? Вот. Так что, друзья. Что такое? А, прибило. Что здесь? Что здесь? Да что там опять? Вот опять не. Не находится в идеальных условиях. Да что ты там? Иди оттуда просто. Не гуляй там. Ну что ж, друзья. Ждем потомства. Как ни странно, скоро у нас родится маленький баранчик Дала. Как вы помните, да, мы приобрели мальчика. И мальчик уже делает свое дело. Сделал, вернее, скорее, свое дело. И они сейчас ждут потомства, друзья. Ждем, пока маленький родится. Кстати, а сколько... Ой, здрасте.
Мне просто интересно, сколько, какой период вынашивания детеныша. Так, сколько получается? Самец 5 не наступает. В одном 1-2 помета 6 месяцев. 6 месяцев. Размножение в неволе очень легко. Ну вот. 6 месяцев, да? Это вызывает наименьшее опасения в Аляске. Ну да, ну понятно, что они где-нибудь живут. Тогда там, кто там? Так, что здесь происходит? Что здесь? Опять, наверное, застряла, да? Ну да, она опять застряла, как обычно. А что ты вот здесь стоишь? Ну-ка, ну иди отсюда. Стоит, главное, радуется жизни, блин. Недостаточно места укрыть. Сколько... Ай, у вас тут... Ой, сколько здесь вас... Целая куча, друзья. Нам надо, знаешь, что делать? Нам надо сейчас срочно продавать наших фламинго. Потому что их, они размножились, расплодились, как не знаю кто. Где наши фламинго? Ой-ой-ой, ёшки-матрёшки. Берем самых... Ой, 60 лет. Ё-моё, сука, 60 лет. Ну ладно, пусть он живет пока что. Вот это можно продать. Это можно выпустить на волю. И даже не выпустить, а... Самцов надо как-то... Ой, сука, самцов много. А как будет? Подожди, посмотри, сколько он будет у нас стоить, например. Ой. Очень, очень. Отпустить на волю. Да, нет, они стоят дешево, так что нет смысла их. Отпустить, все отпустить. Еще, ух ты, опять Веном баран дала, ждет потомство. Ну да. Американский бизон скоро родит. Так, ну давайте, ну что, что-то продавайся дальше, ну. Почему мне обратно не откладываешь этот экран? 8, да, вообще очень-очень дешево. Так, ну что остается с нашими животными? Отпусти на волю. Окей. Что с вами сейчас, друзья? Тут все нормально у вас сейчас? Нет, еще слишком много. Надо парочку еще скинуть. У нас очень много мужиков. Надо их отсюда выселить, как говорится. Так, это что, девочка? Ну, а теперь должно быть уже все идеально. Да, все нормально. Так, поехали обратно к нашим баранчикам. Где наши баранчики? Ну да, нас 6 месяцев надо было ждать, да? Так, а, кстати, мы что-то изучили, может быть, уже не?
Зоопарк. Ну, нет еще. У нас изучается и кормушка, или что ради этого. Окей. А, кстати, можем, мы, может быть, сейчас улучшить еду им. Но я не точно не верю, не помню. Так, вызвать смотрителя. Так, что у нас тут получается? Первый класс, второй класс. Скоро спарится, но... Каждый год механик каждые 3 месяца будет приходить, ветеринар каждые 3 месяца, смотритель каждый месяц, все нормально. Мой баран, ну тут, блин, ну один самец там работает вообще писец как, а? Не покладая рук. Ой, а ну да, 3 самки у нас было, я тут думал, уже кто-то родился, я даже не засек. Хорошо, ладно, смотрим. То есть не то, что смотрим, а ждем. Так, получается, когда у нас тут получилось это все дело? 20 ноября у нас получается сейчас, да? Ну вот видишь, это самец, да, один с такими рогами, блин. Пиздец, иди сюда. Да. Ну какой? Такие плотненькие. Ну, если хорошо за ними ухаживаем, вот они такие плотненькие, красивенькие. Так, пошел из водички пить. Так, ну что? Ожидаем потомства, друзья. Итак, уже моментик доступает, друзья. Скоро у нас будет маленький баранчик Дала появится. Может быть, надеюсь, может быть, двойняшка получится у нас. Или, ну, по крайней мере, хоть один. Было бы два, было бы вообще круто. Ну, посмотрим. Ну, давай. Девочка, рожай. Покажи, что у тебя за потомство. Так, она что, опять легла? Ты что, устала, что ли? Вот. Угоняшный. Надеюсь, так вот бежал. Один. Ярдлей. Девочка. Так, девочка. У нас родилась девочка, друзья. Ну, не у нас, а у баранчиков дала родилась девочка. Вот такая вот прелесть. Пушистая, беленькая. Красавица. Итак, друзья, очередная ваша просьба выполнена. Мы завели баранов Дала. Подождались до потомства. Родилась вот такая вот прекрасная девочка. Если у вас есть пожелания насчет следующего животного, не стесняйтесь, оставляйте комменты под этим видосиком. Если есть какие-то советики или какие-то вопросики, тоже не стесняйтесь, оставляйте все под видосиком, отвечу, прочитаю и заценю, друзья. Если вам понравилось видео, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, нажмите на колокольчик, чтобы получать новые оповещения насчет новых видео. А на сегодня, друзья, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и пока-пока.